Здрасте. Всем, друзья, привет, уленьки. Продолжаем играть в ферму, и у нас есть солидный баланс. Доходы от недвижимости, ну, почти по миллиону в день уже нам приносит наш фермерский рынок, кофейня Starbucks. Надо еще что-нибудь тоже такое подобное запустить. Доходы по контрактам за последние два дня 1 200 000 и 1 200 000. Короче, я упоролся в контракты. Да, на самом деле я время ни разу не мотал еще вот с прошлой серии. У нас, друзья, созрели поля, точнее, одно поле созрело, одно созрело наполовину и одно не созрело, но оно уже вот-вот должно созреть. Поэтому я предлагаю уже, наверное, запустить уборку. У нас есть еще два жирненьких контракта висит. 140 тысяч и 429 за посев. Это два самых больших поля. Я вот хотел насобирать 5 миллионов и их купить, но передумал. Точнее, я все еще хочу их купить, но сегодня мы потратим денежки. Все, давай, едь, удобряй. А сегодня мы потратим денежки, и у нас не хватит. Так вот, друзья, что у нас здесь растет? У нас здесь растет пшеничка. У нас растет, по-моему, тут вот ячмень на втором поле. Да. И овес у нас еще растет. Я хочу сегодня купить мельницу. И запустить ее, разумеется. Я не помню, какая мука там делается, то есть какие культуры нужны, поэтому я посадил вот самое вероятное. Рожь у нас есть на складе, если что. Потому что, мне кажется, там еще и ржаная мука делается. Давайте, в общем-то, не будем тянуть кота за причинное место и сразу купим мельницу, да. Мельница, вот она. Ее строить не надо. О, кстати, можно посмотреть, что сюда. Пшеница, овес, рожь. Ячмень не нужна, понятно. Ячмень нужна, я сказал? Не нужен. Что, ты не пускаешь меня? Мне нужно сначала купить завод, чтобы туда попасть, да? Ну ладно, давайте купим. А 1 100 000 он стоит? Не так уж и дорого, кстати. А теперь-то ты меня пустишь сюда? Теперь он меня пустил. Тут, насколько я понимаю, эту муку еще можно будет возить россыпью. Может быть. Так вот, что нам надо привезти на наш мукомольный завод? Какого вот в этом списке найти, а? Золотая медаль мука он называется. Во, золотая медаль мука, и правда. У нас тут есть производство пшеничной муки, овсяной муки, ржаной. И расширенное производство, если привезти туда мешки. Опять-таки, мешки мы туда не повезем, поэтому нам надо привезти сюда дизель. Нужно привезти поддоны и нужна электроэнергия. Электроэнергия у нас берется с южной электростанции. Вот она, южная электростанция и золотая медаль мука. Электроэнергии насобиралось уже много, поэтому давай перекидывай ее потихонечку на завод. Надо его запускать. А, так вот, зачем здесь электроэнергия и дизель, я вот понять не могу. Но ладно. Значит, надо привезти поддоны, надо привезти крупу. Рожь, кстати, можем уже везти. По 200 кубов сюда влазит всего, но ладно. Давайте начнем, друзья, с поддонов и дизеля. Дверь оставим открытой для автодрайва. Я надеюсь, он сюда проведет. По-хорошему уборочную уже запускать, наверное. Бздынь, уборка пошла. Тремя комбайнами сразу, по-быстрому, все собираем, все убираем. Солому, друзья, я решил отделить. У нас ее 2 миллиона литров есть на складе, но лишней она не будет. Я в прошлый раз говорил, что этого нам хватит до конца карьеры, но она у нас потихонечку заканчивается, поэтому пускай лежит на складе. И давай, ман, тоже этим помогай. А, уборка, в общем-то, пошла. Да, давайте разберемся с поддонами. Поддонов туда можно 28 штук отвезти, у нас есть 20. Или давайте другого возьмем. Возьмем вот эти вот платформы на 20 штук как раз. Давай, друг, едь на лесопилку. И, друзья, туда еще нужен дизель, поэтому давайте вот этого вот товарища возьмем. О, есть мельница. Дизель мельница и зерно мельница. Пойдет. Этого хватит, наверное. Давай, друг, едь, загружайся топливом. Правда, цистерна больше, чем мы можем туда выгрузить, но ладно. Знаете, что я подумал? Мы, наверное, отвезем туда один контейнер с поддонами. Или поддоны нормально. Не, давайте, ладно, поддоны нормальные отвезем. 18 штук влезет на эту платформу, отвезем 18 штук тогда. Это производство у нас стоит, но доски есть, поэтому все нормально. Сейчас оно запустится. 10 штук выгружаем и 10 штук на платформу грузим. Бздынь, и готово. И еще 8 штук выгружаем. И их же тоже закидываем на платформу. Готово. Ну, товарищ едет на мельницу, правда, сначала он поедет заправиться, но ладно, рано или поздно он туда доедет. На самом деле, друзья, у нас есть рожь, и поэтому рожь мы тоже можем отвезти, и производство, в общем-то, и заработает тогда. Рожь ведь у нас есть? Да, ее 4 миллиона аж. Давай, друг, вот ты съездишь, 140 кубов отвезешь как раз один разик. Давай, друг, погнал. И опять дохренище техники работает у нас на автодрайве и курсплее. Не, друзья, я вот хоть убейте, не понимаю, зачем здесь и дизель, и электричество. Ну ладно, кто я такой вообще, чтобы это обсуждать? Дизель у нас выгружается, он сюда, разумеется, весь не влезет, поэтому вези, друг, остальное на камнедробилку. Выгружайся там и паркуйся. Тем временем у нас, кстати, и поддон уже на подъезде. Он и заправился, и быстро сюда добрался. Какой молодец.
Мы его с маршрута тогда снимаем, потому что я без понятия, куда выгружать поддоны на самом деле. Сейчас поедем кататься искать. Вот этого товарища сначала выпустим. Зона разгрузки. Давайте попробуем проехать через нее. Не, зона загрузки. Здесь у нас поддоны будут появляться. Мешки вижу. А, он поддоны, скорее всего, он там, он дальше. А это, я так понимаю, склад муки. Овсяная мука. Или здесь у нас упаковка идет. Ладно, мы потом разберемся. А вообще нет. Из поддонов же сразу производится эта самая мука. Во, они сюда прекрасно залетают. Бздынь. Выгружаются. Да, маленький триггер, не очень удобно. Все, все выгрузилось, отлично. Ну, почти забили. Еще 10 штук сюда, конечно, можно, но не нужно. Давай, друг, развернем тебя. И отправим обратно на сталь загрузка. Он у нас там живет, поэтому пускай едет туда. Так, и трактор у нас тоже добрался сюда уже, кстати, который рожь привез. О, у нас здесь как раз выгрузка ржи идет. Все выгружается, все прекрасно. А, так, это у нас золотая миндаль мука. Офигенное название. Производство ржаной муки запустилось. Электричество сюда тоже поступило. В общем-то, завод заработал. Все хорошо. Потом подвезем сюда еще пшеницу и овес, и вообще все линии будут работать. С мукомольным заводом, получается, мы разобрались, друзья. Но я хотел еще один заводик сегодня прикупить, сразу два. Это завод электроники. Его надо будет строить, и надо будет привезти сюда много чего. Поэтому давайте его тоже купим. Он вроде как не сильно дорогой должен быть. Не, это падло 2 миллиона стоит. Ну, в общем-то, берем. В любом случае, деньги, отложенные на поле, у нас... ушли. Dell Electronics. В общем-то, что эта штука умеет делать? Он умеет делать корпуса. Я пока не знаю, зачем они нужны будут, но он их умеет делать. Коммутатор, коннектор, диоды, резисторы, конденсаторы, процессоры, транзисторы, светодиоды, батареи, радиаторы, дисплеи, моторы, печатные платы и фонари. Короче, кучу вот такой всякой мелочи. Причем дисплеи, например, делаются из коммутаторов, коннекторов, процессоров, проводов, пластик, конденсатор, короче, дохренища здесь всего. Сюда у нас пойдут стальные пластины, стальные детали. Пластик у нас пойдет сюда. Алюминиевый лист у нас сюда пойдет в итоге. А серебро понадобится потом. Золото, ух ты, а золота у нас, кстати-то, и нету. Надо все-таки эту золотопромывающую вот эту штуку ставить. А стекло нам здесь понадобится. Медная нить, которую мы производим уже отдельно. Бумага здесь понадобится. Короче, много чего. Но для начала, друзья, этот завод можно построить. И ресурсов, как видите, тоже довольно много. Твою мать, что с FPS? Почему 10? Что-то где-то забагалось. Для строительства нам понадобится 100 кубов цемента, 25 кубов стекла, 100 кубов стальных балок, 25 кубов медного листа, 50 кубов труб, 25 кубов ЖБ-барьеров, алюминиевый лист, эпоксидная смола, арматура, короче, много чего надо выписывать. Все эти ресурсы, друзья, у нас есть. Что-то, наверное, надо будет привезти на склад вот этой вот железяк, который мы не так давно ставили, и оттуда потом забрать контейнерами. Все это можно будет привезти сюда контейнерами, и сделать это можно будет по автодрайву. Блин, что-то жестко лагануло, и у меня просел FPS. И такая херня, на самом деле, уже второй раз. Надо перезапустить игру, и все будет работать. Опаньки, а у нас, кстати, и поля созрели. Может быть, из-за этого FPS просел, что все поля обновляются? Не, ну 9, но это несерьезно. В этом месте никогда не было 9 FPS. Вы чё? Здрасте еще раз. Пришлось перезапустить игру, и потому что я остановил всю технику, и все равно было 9 FPS. Но ничего, такое иногда бывает. Зато сейчас можно нормально побегать и поговорить. А поговорить, в общем-то, о чем? Что я буду делать к следующей серии? Во-первых, друзья, конечно же, нужно доубирать поля и, разумеется, их засеять. Скорее всего, я их засею еще раз пшеницей и овсом. Два поля овсом, одно пшеницы, потому что овса будет прям мало. Чтобы у нас был какой-то запас на муку. Я сомневаюсь, что мы с этих полей получим прям много урожая. Ржи у нас много, поэтому ее выращивать пока что смысла никакого нет. А также я запущу стройку завода электроники. А покатаю, в общем-то, поддоны по карте, ну и так посмотрю на остальные производства, где чего нужно докинуть. В общем-то, покатаю поддоны, да. Но в следующий раз мы с вами встретимся и не знаю, будет ли уже запущен, будут ли у нас построен завод электроники, поиграемся с ним, посмотрим. Ну и насобираем еще денежек, еще контракт, еще и жирный контрактик у нас. А, наверное, запустим стройку еще одного завода. В общем-то, ладно, не буду спойлерить. План есть, а там уже будет видно. Поэтому, чтобы не пропустить все это дело, друзья, подписывайтесь на канал и вступайте в Discord, на сервер к нам, да. Там анонсы, все вот это вот есть. Спонсорам на Boosty огромное спасибо за поддержку. Ну и лайки, комментарии, как обычно, не забываем. В общем-то, всем огромное спасибо за внимание. С вами был Никита Дилей, всем покаки.